постельное белье, нежные тюльпаны. Для вас сегодня первое предложение. Итак, начинаем, друзья. И самое главное, 890 рублей за целый комплект. Только себе представьте. И главное, у нас ведь есть три размера. По размерам давайте быстренько пробежимся. 890 рублей полутораспальный. Думаете, сейчас начнутся больше цифр, да? Нет, друзья. 990 рублей, 1090, двушечка и размер евро. Очень легкие цены, а главное, разница всего 100 рублей. Вы можете позволить себе даже самый большой шикарный комплект. Ну итак, что в комплекте все, что необходимо для вашей уютной спальни. Пододеяльник, простыня, давайте мы ее тоже с вами посмотрим. Она тоже вся утопает в тюльпанах. И две наволочки размером 70 на 70, классический российский стандарт. Ну что ж, я обещала талисман в вашем доме. Что же значит тюльпан? Вот, кстати, да, самое интересное. Вы знаете, я считаю вообще, что обновки, они приносят какое-то новое настроение, что-то интересное вносят в нашу жизнь, да? С тюльпанами что придет к нам в дом? С тюльпанами к вам в дом придет счастье. Существует поверье, что внутри бутона цветка живет счастье. И перед кем бутон раскроется, тот его обретет. Обретите счастье в свой дом вместе с комплектом постельного белья «Нежные тюльпаны». Все они раскрылись для вас. Ловите счастье в свой дом. Ловите себе мягкую постель, нежную и уютную. И главное, друзья, это презентация расцветки. Будьте первыми, у кого окажется дома именно это постельное белье. Все, что нужно, это запомнить. Нежные тюльпаны. Знаете почему? Потому что у нас огромное количество постельного белья на телеканале Shop & Show. Большой выбор. Но именно эти ключевые слова дарят вам скидку в размере 540 рублей. Цена с учетом скидки 890. Позвоните в колл-центр и назовите эти ключевые слова. Нежные тюльпаны. Кстати, скидка распространяется даже на новых покупателей. Ну что ж, очень здорово с постельного белья «Нежные тюльпаны». Оль, я советую начать дружить с телеканалом Shop & Show. Замечательная цена, нежнейший принт. Принт со значением, тюльпан, талисман счастья. И, конечно, он в воплощении вот такого потрясающего качества. Обратите внимание, как цветы выполнены, насколько качественно. Рисунок реалистичный. И это суперсовременная технология сублимационной печати, которая позволяет нам насладиться красотой живого цветка. Посмотрите, лето, весна в вашей спальне каждый день с комплектом постельного белья «Нежные тюльпаны». И что ж, друзья, это премьера 890 рублей, поэтому делайте свой звонок, и вы сможете сегодня сэкономить. Выбирайте завтра на 540 рублей дороже, либо сегодня за 890. Слушай, давай по материалам. Вот это все-таки самое главное в постельном белье, я считаю. Ну да, выбираем, конечно, мы по рисунку, но потом мы прикасаемся к нему и хотим почувствовать что? Конечно же, мягкость. Так вот, я вам как эксперт советую спать на микрофибре, особенно у кого нежная кожа, кто любит мягкую и уютную постель. Вообще, даже сами покупатели, кстати говоря, называют микрофибру самой уютной тканью. Итак, наслаждайтесь и красотой, и уютом, дорогие мои друзья, дорогие мои женщины. Вы можете позволить себе эту красоту прямо сейчас. Главное, возьмите телефонную трубку и сделайте этот заказ. Возможно, он будет первым заказом на телеканале Shop & Show, но вы сразу сможете оценить качество. 8 800 301 60 90. У нас, кстати, в колл-центре есть свободный оператор, он ждет именно вашего звонка. Хотите себе мягкую и уютную постель? Выбирайте постельное белье из микрофибры, инновационная ткань на страже вашего уюта. Но при своей мягкости, бархатистых, обволакивающих объемах, микрофибра – одна из самых прочных тканей. Посмотрите, какой звук. Ох, разорвать практически невозможно. Она тоненькая. Она тоненькая, действительно, мягкая, нежная, но при этом невероятно прочная. И прочности добавляет еще и качество пошива. Обращайте на него внимание, если вы цените качество так же, как я. Постельное белье «Нежные тюльпаны» прослужат вам минимум 10 лет и будут выдерживать 1000 стирок без потери яркости красок и без потери формы и геометрии постельного белья. Это тоже очень важно, то есть оно не дает усадки. Слушай, ну ведь действительно, если сравнивать, к примеру, с тем же самым хлопком, так, я не представляю, но даже сатин не бывает таким мягким. Просто микрофибролечка. Совершенно верно. Японцы в 70-м году эту ткань разработали именно с этой целью. Для тех, кто любит мягкую и уютную постель.
Итак, почувствуйте, насколько оно нежное. Действительно, и вот эта ткань, она будет прикасаться к вашему телу. Мягкая, комфортная. И все это у вас дома. Итак, 890 рублей. Это ваш выбор и выбор огромного количества наших телезрителей. Получите еще 134 бонусных балла на золотую карту. И наслаждайтесь день за днем красотой в вашем доме. Ну что ж, а если вы экономная хозяйка, то микрофибра точно для вас. Ведь постельное белье вам не придется гладить. Замечательная новость, не правда ли? Сколько времени тратим, Олечка, на глажку? Ну, это же катастрофа. О, слушай, я вспомнила, кстати, ты знаешь, я в детстве, как ни странно, любила утюжить. Вот любила я это делать, да, и мама мне давала постоянно именно этот процесс, этим процессом заниматься. Но, когда она мне давала утюжить постельное белье, это была катастрофа. Вспомните, дорогие мои женщины, как вы гладите постельное белье. Стоим мы с вами, угладили доски, да? Оно огромное, постоянно вам нужно его куда-то перетаскивать. Ноги, кстати, затекают, стоишь долго, утюжишь, а белье все не утюжится и не утюжится. Было такое? Теперь этого не будет. Наслаждайтесь, друзья, легко и просто. Слушай, но нужно проверить, хотя ты уже, конечно, показала, но все равно помнусь со своей стороны. По мне, из микрофибры не дает сильных заломов. Вы стираете ее при температуре 30-40 градусов. Замечательно сохраняется принт после тысячи стирок. Качественная фотопечать позволяет принту сохраняться в его ровных границах. И краски не тускнеют совсем. Микрофибра тем и замечательна, что замечательно держит краску, прекрасно держит принт. Всегда он сочный, всегда насыщенный, и ваше настроение всегда на высоте. А кровать безупречно заправлена. Ну что ж, если вам так же, как и нам, вот честно говоря, просто надоело утюжить белье в огромном количестве. Еще раз вспомните этот ужасный процесс. Господи, стоишь, оно падает, оно мнется постоянно, его нужно утюжить еще с двух сторон. Забудьте про этот процесс. Теперь вы экономите время не только на глажки, конечно же, но и на всем остальном. Действительно, бытовые дела мы отбрасываем на потом, наслаждаемся мягкостью и комфортом. Ну что ж, делайте звонки. Звонки абсолютно бесплатные. Олечка, ныряй ко мне, наслаждайся этой мягкостью. А я ведь обещала талисманы сегодня. Давайте я буду вашей рукой. Давайте я вам расскажу и немножко доберусь до вашей души. Вы ищете счастье. Все люди ищут счастье, правда же? А оно здесь, в бутоне тюльпана. Существует поверье, что внутри бутона живет счастье. И перед кем бутон раскроет, тот обретет это счастье. Посмотрите, бутоны все раскрыты. Постельное белье нежное тюльпана принесет в ваш дом настоящее счастье. Приобретайте его сами для себя. Радуйте себя. И, конечно же, вот таким нежным прикосновением микрофибры и потрясающим для глаза красками. Правда, как натуральные цветы. Очень здорово, как, да, живые. Итак, друзья, наслаждайтесь действительно. И самое главное, что очень экономная покупка. 100 рублей шаг всего в различных размерах, поэтому вы легко можете себе его позволить. 890, 990 и 1090 рублей. Сделайте свой выбор. Ну что ж, постельное белье, нежные тюльпаны из мягчайшей микрофибры. Позвольте себе уютную постель. Подарите себе нежные прикосновения микрофибры. Наслаждайтесь красивым принтом и получайте талисман счастья в свой дом. Полутораспальный, двухспальный и евро. Постельное белье, которое не требует глажки, супер мягкое и супер дышащее. Японцы знали, что разрабатывать. Итак, друзья, 890 рублей стоит всего один комплект постельного белья, полутораспальный. Есть у нас двушка 990 и 1090 рублей, это размер евро. Вы только представьте, 100 рублей разница. И самое главное, друзья, 134 бонусных баллов вы получаете еще на свою золотую карту. Сделайте свой выбор и сделайте заказ прямо сейчас. Напомню, цены актуальны только здесь и сейчас. Вы искали мягкую и уютную постель, вы ее нашли. Постельное белье из нежнейшей микрофибры, оно так и называется, нежные тюльпаны, подарит мягкие бархатистые объятия вам. Хозяйки, те, особенно у кого нежная кожа, то неженки. Микрофибру советую как эксперт нежнее материала. Еще пока текстильная промышленность не придумала. Японцы молодцы, разработали пористую, тончайшую ткань, которая при этом прочная и невероятно нежная. И еще белье не надо гладить. Ура! Знаете, для меня это настоящее просто счастье. Именно это. Не даже не то, что оно безумно красивое, даже не то, что оно действительно прочное, долговечное и так далее.
Не нужно гладить вообще. Представь себе, никогда. Только руками, Ольчик. Да. Наслаждайтесь комфортными прикосновениями и забудьте про домашние бытовые хлопоты. Теперь вы можете провести в кровати, в своей любимой постели, на часочек да побольше. Отдыхайте с удовольствием. Отдыхайте с удовольствием, и пусть ваша спальня будет красивой. Пополняйте свою коллекцию постельного белья этим элегантным и счастливым принтом и обретайте счастье в своем доме. Тюльпан, помните, это талисман счастья.